конечно, они живут. Ту-да-да, знаешь, как их зовут. Ту-да-да, много приключений разных вместе они найдут. Да! Ждут нас чудеса. Ту-да-да, скоро увидишь сам. Ту-да-да, прыгай в наш фургон волшебный, мчимся к облакам. Да! Это Дуда, это Дада и проказник Скотт. Умный Хейбер, болтушка Бабл. Вместе они повсюду. Дружно они живут. Ту-да-да-да, знаешь, как их зовут. Ту-да-да-да, и много приключений разных вместе они найдут. Да! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ту-да-да-да, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ту-да-да-да, ла-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 ла. Где живет солнышко? Друзья из неизведанного леса собираются в экспедицию. Давайте узнаем, куда они собираются поехать. Привет! Все готовы ехать? Да, идем собирать фрукты! Ты забыла, Бабл? Мы все едем исследовать пещеру. Что? Я думал, мы поедем в пустыню. Какая пустыня? Разве мы не собирались исследовать туманный лес? Мы должны были собирать фрукты. Я думал, мы поедем на головокружительный утес. Если мы будем стоять здесь и спорить, так весь день пройдет. Да права, солнце уже скоро зайдет. Ох, не люблю, когда солнышко прячется. Всегда приходится идти домой, когда хочется еще поиграть. Ребята, а давайте узнаем, где живет солнце. Если мы узнаем, где его дом, то сможем играть намного дольше. Это неплохая мысль. Что? Хорошо, сегодня мы узнаем, где живет солнышко. Ребята, готовы? Да. Давайте найдем дом солнца. Солнышко в небе навстречу зовет. Кажется, ты очень рад. Да, если мы найдем его домик. И та-да, сделаем солнышку сюрприз. А я спрячусь и как напугаю солнце. Но что, если солнце, тогда убежит. Эх, пожалуйста, хватит говорить ерунду. Ребята, а куда нам ехать? На карте не отмечено место, где живет солнце. Да-да, едем туда. Нам нужно на восток. На восток? Моя энциклопедия нас никогда не подводила. Дорога очень узкая. На этом все. Пинкар дальше не сможет проехать. В моей книге ничего не сказано об узкой дороге. Не беда, мы просто пойдем дальше пешком. Хорошо. А что мы делаем? Ребята, как вы думаете, солнышко живет в домике? Знаешь, я часто думала, куда же прячется солнышко. Мне кажется, что солнце живет в хижине в лесу, потому что оно всегда заходит за леса на вершинах гор. А потом она просыпается рано утром, надевает шапочку и снова поднимается в небо. И я уверена, что солнышко тоже исследователь, прямо как мы. Ведь оно всегда следует за нами, словно оно тоже наш друг. Значит, мы уже давно с ним дружим. Отличная история. Жалко, что это неправда. А вот как все на самом деле. Глубоко в океане живет одноглазый монстр. И однажды он похитил солнышко. А зачем монстр украл солнце? Потому что он решил, что солнце — это такой сияющий мячик. И очень захотел с ним поиграть. Привет. Хотите поиграть вместе? Но никто не хотел с ним играть. Ведь такой мячик был слишком горячим. Но на следующий день... Как мне скучно! Там сияющий мячик! Монстр забыл все, что было, и снова похитил солнышко! Вот почему солнце каждый день выходит из дома одноглазого монстра! Одноглазый монстр, не смеши меня! Значит, ты знаешь, откуда берется солнце, Чуку? Вот сомневаюсь. Не знаю, где живет солнце и откуда появляется. Зато однажды я смог победить его. Правда?
мои глаза! Ай! Солнце было очень ярким в этот день, и я больше не мог терпеть. Как же я силен! Моя победа настолько смутила солнце, что оно несколько дней пряталось за облаками. О, мне жалко, солнышко. Ты меня поражаешь. Солнце проиграло тебе бой? Что за ерунда? Что? Ты мне не веришь, верно? Тогда сам скажи, где живет солнце, умник Скотт. Я вообще не хотел рассказывать, но думаю, великий Скотт должен вас просветить, ребята. Слушайте внимательно. Солнце живет прямо за моим домом. Я сам видел. Снова вернулась. Каждый день солнце притворяется, что уходит домой, но продолжает следить за мной. А по утрам оно светит так ярко специально, чтобы меня разбудить. Просыпайся скорее, Скотт! Дай поспать, дай мне поспать. Когда я сплю, солнце мне мешает и просит с ним поиграть. Вы понятия не имеете, как это раздражает. Зачем солнцу нужно играть с тобой? Это правда. Ладно, и в какие игры вы играли? Что? У великого Скотта нет времени на игры, сам знаешь. Ну-да. Это правда. Вебер, а ты как думаешь, а где живет солнце? Вообще, я думала об этом. Да? Давным-давно. Когда дедушка Дада был ребенком? Нет, задолго до этого. На Земле не было никого, кроме Луны. Выходи, где бы ты ни был. Кто не спрятался, я не виноват. Луне было очень одиноко, ведь у него совсем никого не было. Пожалуйста, пусть у меня будет друг такой, с которым можно поиграть. И тут появилось солнце. Солнце с Луной решили поиграть в прятки. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Где же он? Я здесь. А я был здесь! Теперь вы знаете, что солнце до сих пор ищет Луну. А? Как грубо! Когда кто-то рассказывает историю, стоит послушать! И вот что я получаю, согласившись рассказать вам, где живет солнце! Ах, Вебер, ты только посмотри! Здесь дорога заканчивается! Значит, мы с вами не узнаем, где живет солнце. Нет, Дада. Если подождем здесь, то узнаем, откуда оно появляется утром. Ты уверен? Может, все-таки поищем возле моего дома? Не говори глупости! Ты правда думаешь, что солнце появится, если подождать здесь? О, да, разумеется. Я тоже так думаю. Солнце появится здесь утром и помашет нам всем. Правда? Скорее бы это увидеть. Когда уже это солнце появится? Спать хочется. Нельзя спать, а то я пропущу солнышко. Солнце! Где оно? Скотт, где? Смотри, оно там! Ух ты! Значит, вот где живет солнышко! Ты все время это знал, Кейби? Я прочитал в книге, но намного лучше увидеть самому. Как красиво! Значит, солнышко!
солнышко живет за океаном. Возможно. Или оно появляется из воды. Я знаю. Солнце — это лимон, который растет в океане. Ты прав, оно похоже на лимончик. Так, ребята, а чем мы займемся сегодня? Ну, не хотите выяснить, где живет Луна? Что? У наших друзей очень яркое воображение. А вы сможете придумать, где живет солнышко? Веселого вам дня! Фильм озвучен по заказу ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть». Летит волшебный фургон. Где его ждать, где приземлится он?